Есть тариф, но... В пунктах пополнения транспортных карт о новом тарифе слышали, но делиться информацией не захотели. Однако для казанцев она стала бы очень ценной, ведь уже через 2 дня схема маршрутов, трамваев изменится, а некоторые о ней и не слышали. Я пока, кстати, не знаю, куда он там кататься будет. А куда, кстати, не знаю. А движение электротранспорта поменяется кардинальным образом. Трамваев станет в 2 раза больше, а вот интервал на популярном 5-м маршруте вырастет до 18 минут. Однако ждать столько не придется, успокаивают авторы новой схемы. На помощь пятерке на самых загруженных участках придут тройка и семерка. По наиболее загруженному участку от ЖД вокзала до Глазунова через квартала, через Парк Победы, через Азино вводится новый 7-й маршрут на 25 единиц подвижного состава с интервалом 6-7 минут. И суммарный интервал с 5-м маршрутом здесь становится 4-5 минут, что на 2 минуты меньше существующего. На новой трамвайной сети будет действовать специальный пересадочный тариф. В течение часа пассажир может пересесть на другой трамвай в попутном направлении. Но оплатить проезд необходимо будет только один раз. Воспользоваться тарифным планом смогут лишь обладатели транспортных карт. А тариф трамвай 60 минут предусматривает, что в течение 1 часа неограниченное количество поездок в одном направлении по стоимости равно стоимости одной поездки. То есть заплатив 31 рубль, вы можете неограниченное количество раз в течение часа пересесть. И, соответственно, этот тариф, он, конечно, требует либо отдельной транспортной карты, либо транспортной карты с выработанным ресурсом по предыдущему тарифу. Иначе говоря, чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, пассажиру придется либо приобрести новую карту специально для поездок на трамвае, либо изменить тарифный план на уже имеющемся проездном. Вот только тогда человек больше не сможет пользоваться недавно введенным пересадочным МЭТ-45, который позволял в течение 45 минут бесплатно пересесть, например, с метро на троллейбус. Если вы пользуетесь МЭТом-45 и вам это удобно, но еще хотите иметь возможность пользоваться вот этим пересадочным трамваем, то надо тогда вторую карту. Если вы вдруг увидели, что вам очень удобный МЭТ-45, но появляется еще более удобный этот тариф, и вы будете, скорее всего, им пользоваться, то надо доработать до нуля карточку МЭТ-45 и просто перепрограммировать ее, перепрошить на тариф трамвай 60 минут. Главной целью новой маршрутной сети было комфортное передвижение казанцев по городу. В итоге, чтобы с удобствами прокатиться на трамвае, придется носить с собой веер транспортных карт, которым к субботе не все еще успеют обзавестись. У людей возникают еще и вопросы, будут ли различаться эти проездные, как в них не запутаться и не заплатить лишнего. И, судя по всему, понятнее это станет лишь 2 июля. Валерий Ким, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».